Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, это с вами Собачка. Давай, разрезь, за то, что филонил, делай больше. Всем привет, это с вами Собачка, который хочет воплотиться в человека, стать даже лучше в чем-то, чем многие. Но сегодня меня проверят на прочность, проверят по-другому чуток, проверят, что я могу на максимум. Ну, я думаю, я смогу. Сегодня мы протестируем его комплексом зверя, проверим его максимальные способности, выжмем все соки из него. Вот вы сами как считаете, спорт реально может помочь? Или это, в принципе, не надо заниматься этой фигней, а лучше по каким-то другим путям идти? Нет, конечно же, спорт меняет людей к лучшему. Он их дисциплинирует, воспитывает характер, силу воли, стремление жить. Спорт закаляет, делает настоящих мужчин. Докажем это, да, на деле? Конечно, докажем. Вот это сам как считаешь, спорт тебе может помочь? Или... Если бы я не занимался с детства как бы спортом, бегом, тем же самым, я думаю, я бы сейчас уже здесь не стоял. Первое задание у нас будет турничок, 50 подтягиваний на максимум. Сделать это упражнение как можно быстрее за максимальное количество времени. Ты готов? Да, готов. Все, давай, делай, поехали. Сейчас выжмем из него максимум. Давай. 8. 10, да, уже сбился. Перед этим было, у нас он подтянулся 23 раза, но, увы, камера оборвалась, съемка прекратилась, и все было напрасно, но зато весело. 20 сделал, давай! Тянись. Ну что, давай, соберись. 35 есть. Надо дожать. Да? Готов? Готов. Давай, все, поехали. Давай. Хватит отдыхать, надо работать. Давай, 36, 37, тянись. 38, 39. 40, давай, ну, тянись, еще, тянись, 41, давай, 42, да, эх, как ощущение-то? Херовасенько. А что так? Я думал, будет лучше. 46, за то, что филонил, делай больше, 47, тянись, 48, 49, еще 3 раза. 50, тянись. Че, снял в конце, что ты ему помогал? Ну ничего, концовочку помог ему 3 разочка добить, поддержал его за коленочку 2 пальчиками. Ну, я думаю, он возьмет это на урок, да, запишет себе в уме, что тебе помогали, что где-то не сам, в следующий раз сам добьет, да, и справится, че. Живу я в центре Златоуста, в квартире. Живу как все люди, наверное. Ну ты где-то, да. Твоя квартира или что? Ну, квартира, как сказать, ну да, моя. Не только моя сестры еще. Но живу один пока там. И работаю там, живу там. А это... А, ну ты с сестрой, получается, живешь? Или как? Или у нее другая квартира? У меня две сестры, одна в Мясе живет, другая в Златоусте.
И также они не получили, как сироты, комнаты, квартиры. Нас спихнули в одну. Одна сестра вообще с четырьмя детьми по съемным квартирам уже более 3 лет с китайца. Жилье ей не выдают. Вот так вот. Мать многодетная, с интерната. Жилья у нее нету. Со мной она не может жить, потому что я психически больной человек. У меня бывают срывы, и она боится за детей со мной проживать. Как бы я не могу ничего ей там сделать. Я ее люблю, и это меня всегда сдерживает. То, что она много для меня хорошего сделала. Наверное, больше я меняюсь для нее, потому что она мне мамку заменила. А вторая сестра, она у меня, ну, с характером такая, пытается все выжить мне из этой квартиры. Но я не поддаюсь на ее провокации, живу, работаю там, в этой же квартире. Работу на дом беру, работу. Пробую сейчас, конечно, пробую официально устроиться на работу, пока как бы это безрезультатно. Вот 2 недели я пробегал там по вакансиям свободно. И сразу говорят, вакансий нет, не нуждаемся, нет, не нуждаемся, нет вакансий. Сейчас мы будем делать упражнение бёрпи с запрыгиваниями на колесо. Сделаем 50 повторений, посмотрим, сможет он ли на максимум себя проверить. Выжмем из него все. С отжиманием вниз. 2, 3. Давай. 4. Запрыгивай, 2 ногами запрыгивай. 5. Вниз. Давай. 6. 17. 18. Нет, 17. Дыши. Давай. Дыши. 18. Отжался. 19. Давай. Делай. 20. 4. Прыгай 2 ногами. Дыши. Тяжело. Даже сказать что-то. Меняться в своей жизни всегда тяжело, да? 40. 10 раз осталось. Сдаешься? Давай. Давай. 10 раз осталось. 10. Разозлись, добей последние 10 раз за раз. Давай. 2 раза осталось. Еще последний. Делай. Давай. Прыжок. Хорошо, молодец. Отдыхай. Ну ничего, молодец. Я думал, будет гораздо все хуже. Но можно было, конечно, и позлее. Где-то моментами я думал, уже сейчас сдастся. Но ничего, доделал, молодец. Ну что, как тебе комплексы? Ну, бывало потруднее на заводе. Не дал воровать. Посильнее была я отдышка. И желание жить было. Тяжелый металл был, что ли, да? Ну да, таскали по 25. Мы проходили по 30-метровой высоте, вот по такой ширине. По шпалам, по которым ездят краны. По ним металл таскали, да? По ним таскали металл. Сейчас 50 ударов кувалды будет выбивать из себя всю дурь, да? Колесо, чтобы смял, разорвал, кувалду помял, понял? Готов? 50 ударов, кувалду держи крепко. Все, давай, поехали. 1, 2, давай, вбивай. 3, 4, держи кувалду. 5, делай. 6. По низу проводи кувалду, не сверху. Делай. Давай. Делай. Еще. Сильнее. Но.
30 килограмм всего кувалда весит, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну. Давай, 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 давай. Два, сильнее, еще три. Четыре. Держи. Пять. Молодец. Хорошо. Молодец, обозлился концовочку. Ну, если б начал бы все с самого начала, так тогда да. Можно поверить, что хочет измениться. Молодец. Сколько ты считаешь, тебе было бы достаточно в месяц зарабатывать, чтобы, ну, более-менее себя почувствовать, ну, по-человечески, скажем? Я думаю, да даже 25 тысяч это. Сейчас, да, что эти 25 тысяч? Я вот когда начал понимать, что такое деньги, на 100 рублей люди жили, а сейчас на 1000 люди даже не живут. О какой зарплате может быть речь, я вообще не понимаю. Я еще даже не понял, что такое деньги, как бы. Я так-то раньше деньгами вообще никогда не пользовался. У меня было все и брал все без спроса. И деньги мне не нужны были, как бы. Я вообще считаю, деньги это зло. Если бы мне платили бы продуктами, там даже или то, что мне надо будет, допустим, в дальнейшей жизни, мне бы деньги не нужны были. Деньги это зло. Как бы. Ну 25 это что-то ты загнул. Хотя бы я думал, тысяч 15 скажешь. 15 тысяч. Сейчас. Минимальная корзина инвалидам выплачивают 8 тысяч, 8700. Им даже на лекарства толком-то не хватает. Бабушка стоит и плачет. У нее мать что плачет? А вот лекарства подняли, не хватает. Я взял, отдал свои 400 рублей. Пошел опять, украл, вот у меня появились 500 рублей. Короче, тебя сейчас ждет самое серьезное твое испытание, наверное, за все время. Я уже понял. Ты будешь биться против нашего здоровяка Андрея Князева. Что можешь о нем сказать? Без комментариев. Что без комментариев? Готов разорвать его? Нет, не готов. Не готов. Ты хочешь изменить свою жизнь, стремиться? Конечно, хочу. Ну так все, обозлись. Смотри, вот короче, это получается, человек, это вот твоя прошлая жизнь. Это моя нога. Пойти, да. У него одна нога, это вот я. Та самая стена, которую тебе осталось пробить последней, чтобы измениться. Я уже думаю, он не пробьет эту стену, но так или иначе. Короче, чисто борьба. Твоя задача его повалить. Я проходил через него, я тебе скажу, это легко, так что давай. Что скажешь, Андрюх, по нашему новому человеку? Блин, мы не просто падаем на него, Андрюх интересный. На самом деле проект интересный. Я надеюсь, у вас все получится. Я вчера посмотрел. Вот. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Давай попробуем. Не, ну в целом, подойди, вот по его именно. Как думаешь, он целеустремленный? Нет? Блин, ну мы же не знакомы практически. Я, ну вот по видео ты там немножко вот то, что он говорил. Блин, по видео можно сказать, что человек сожалеет о многом. Но целеустремленность или нет, это показывать над делами, наверное, не словами. Разозлись, да? Давай, ой. Давай, делай, что стоишь. Ой. Что ты там лежишь? Вылазь давай, что лежишь? Стоп, давай, вставай. Давай. Давай. О, нога, не зашай, зашай, попасть на ноги. Давай еще. Работай. Нет устремления, желания побеждать нету. Давай, давай. Че лежишь? Вылазь, защищайся, давай. Давай, давай, вставай, 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 потом поправишься. Давай. Еще. Давай, 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 рви. Давай. Вот, достань, достань. Давай. Молодец парень, стремится, идет в бой. Практика нужна. Больше практики, больше характера.
Ну что скажешь? Были у тебя такие соперники уже? Не раз в жизни. За жизнь твою, я думаю, что страшно. Страшный соперник. Ну как бы ты его побеждал на самом деле? На самом деле? Это было бы очень просто, на самом деле. Ну это было бы несправедливо. Но если на самом деле. Ты бы убежал, да? Ты бы убежал. Или он. Скажи это, а тебе вообще есть какие-то болезни у тебя, то, что лечить надо? Да, очень много болезней. Очень много. Ну, примерно. 95-м году я получил серьезную головную травму. Диагноз я сейчас не могу вспомнить, очень длинный, тяжелый. И в связи с этой травмой появились какие-то там у врачей, как они говорят, отклонения, там еще что-то. Потом были спаечные болезни очень серьезные. Утром встаю, мне тяжело. Из-за много операций, то, что был, перенес много операций, спаечные болезни мне иногда мешают. Выписали там препараты, лечение. Как бы это, все сам, не хожу ни в какие врачи. Врачи только пугают, а боль мы должны воспитывать себя, приучать боль, проходить как-то быстро. Потому что нету финансов залечивать эту боль. Приходится как-то духовно ее залечивать. Даже когда болит зуб и нет обезболивающего, я к этому привык. Я смотрю, как люди плачут, у них зуб болит. И они мне говорят, у тебя что зуб болит, а ты что так? Не сходишь, не вырежешь, я говорю, он сейчас пройдет. Но как бы. А таких болезней, там гепатит, например? Нет, не было, потому что я никогда не принимал наркотики. И всегда как бы воздержание, это самый здоровый образ жизни, это воздержание. И не употреблять наркотики, меньше обращаться к врачам, я считаю, нужно, потому что там тоже можно подхватить, как и венерические заболевания, и все другие. Я не знаю, что там, я боюсь вообще поликлиник. И я думаю, здоровый образ жизни заключается еще в постоянном партнере, ну, в преданности друг друга. Если у тебя девушка преданная, ты будешь здоровый, значит, и она будет здоровая. Вы же берегете друг друга. Я думаю. А у тебя есть девушка? У меня нету девушки, у меня есть просто друг. Друг детства. Девушки пока нет. Давай, со всей дуги работай. Просто давай. Бей, вот хаотично. Бей. Давай, делай! Сейчас выйду суплекс, брат. Нормально бьет. Хороший. Хороший удар. Андрей, давай тебе. Финальный вопрос. Меня уже задрали все. Меня тоже не хочу. Ну что сказать? Спрашивай. Скажи, не хочу. Не хочу. Смонтируй потом. Просто не хочу. Так или иначе, просто. Ну, закрыли проекты, закрыли. Ребят, завязывайте всякую херню, спрашивать, что у Яши, что у меня. Просто закрыли проект. Тренировки продолжаются, я тренируюсь. Ничего не изменилось, просто закрыли съемки. Вот и все. Ну, последнее испытание тебе финальное на концовочку. Поднять гири 24 килограмма. Сможешь, не сможешь, сейчас проверим. Готов? Одной ручкой давай. Раз. Держи. Все, одной ручкой толкай. Ножками. Оп, подкидывай. Ну. Я тоже всегда пускаю. Хорошо, что, зачтем? Ну, зачтем. Для первого раза простим и зачтем. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает, пишет хорошие комментарии, позитивные, от которых только охота идти вперед и дальше. Надеюсь, то, что я смогу измениться.
я пойду дальше. Я даже не надеюсь, я знаю точно то, что все труды, которые я приложил, все усилия, все терпение, мне это на смарку не пойдет. Всем пока, спасибо большое.